Так, отпускаем вспомогательный тормоз. Листочек даем. Позиция. Поехали. Еще позиция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами работаем на маневровом тепловозе ЧМ-3, номер 5916. Маневровая работа по станции Петрозавод. Я машинист-универсал, поэтому приходится работать на разной технике, в том числе на тепловозах и на электровозах. В данный момент у нас в графике стоит подработка в пятницу, поэтому нас вызвали туда, куда было необходимо депо нашего. Белый маневровый? Белый маневровый, видите. Все, что машину приготовили правильно. Жребий выпал нам работать в вагонно-ремонтном депо на маневровом тепловозе. Сейчас мы едем по станции Петрозаводск товарный. Сергей, глаз сейчас. Здесь у нас стоит ультрапояс «Ласточка». Следующий тоже белый. Белый маневровый дальше. Сейчас мы тащим 10 вагонов. Плохо видно, но ладно, вот зеркальце. Вагоны как раз пришли в ремонт, вот мы их сейчас и потащили в вагоно-ремонтное депо. Если в двух словах про кабину тепловоза ЧМ-3, здесь у меня перед носом краны машиниста, поездной кран 394 и 254 кран вспомогательный. Это пульт, рукоятка контроллера машиниста, тормозные приборы, там амперметр, тяги. Стрелки наши, Олег. Наш предел видимости. Скоростимер электронный, КПД. Локомотивный светофор наверху. Здесь у нас СК-ВИС стоит, система контроля расхода топлива. Свисток. Справа от нас пути нашего депо Петрозаводск. Видны вот новый цех и там старая цеха. Ранжирный парк станции Петрозаводск, где составы пассажирских поездов стоят. Здесь у меня пульт радиостанции. Ну, в принципе, все так довольно просто в этом тепловозе. А, здесь находится педаль мертвеца, так называемая, которую я должен держать во время движения. Если я ее не буду держать, то произойдет свисток КПК и экстренное торможение поезда автоматическое. Сделаем отправление, сейчас резерв, потом поезд следом по удалению, сейчас все надо отправить. Ну вот справа вагоны, которые стоят, они как раз стоят уже на путях ремонтного депо. Вот мы туда и поедем. Чуть подальше. ДЖ набили на локомотивном. Рефлекторно получается. На майорах скорости небольшие. В данный момент едем 19 км в час. Это уже практически летим. Вот наше вагоно-ремонтное депо. Вот оно здесь справа. Мы поедем вот туда, будем осаживать вагоны. Для чего-то на контроллере машиниста рукоятка сделана подвижная. Всегда стесняюсь даже предположить для чего, но вот как-то так. Маршрутный белый, Олег. Я маршрут. Сейчас у нас сколько? Три позиции контроллера. Даем четвертую. Летим практически.
убавим. А еще лучше сбросимся, потому что сейчас у нас будет переход на белый. Сейчас у нас горит КЖ. В связи с тем, что маршрутный мы проедем, то перешли на белый. Порядок. Включаем тягу дальше. Так, следующий белый маневровый. Белый маневровый. С стороны станции товарной на пассажирскую станцию у нас, в пассажирский парк идет подъем довольно серьезный. Мы сейчас в тяге едем, хоть у нас и 10 вагонов, скорость особо не растет. Но особо, к сожалению, на маневрах снимать возможности нету, поэтому сейчас мы заедем на сигнал вагонами, и я на этом закончу. Белый маневровый 22. Улица Чапаева, города Петрозаводска. Сейчас по мосту едем в данный момент. Автовокзал. Стоим в РД. Ну ладно, на этом закончим. Всего всем самого доброго.